он опасен. Наверное. Но ему так грустно. И где ты расслышал грусть среди рева и грома из глотки? Это их алтарь. На колонне были три руны. Найдем две другие и освободим. Это не наше дело. Понимаю, но... Мама бы этого хотела, ведь это правильно. Ты снова думаешь сердцем, сын. И твои враги обязательно этим воспользуются. Понял. Come on!
Начнем? Я готов! Смотри. Ладно. Ее нашли. Новая метка. За мной. Уже иду. Сказано. Друа. Это значит верить во что-то или в кого-то. Они верили в своего короля, хотя из-за него погибло столько народу? Это приказ. Верить в него, несмотря на ошибки. Yeah!
хотел. Сын, здесь еще один. Это Скади. Она нравилась маме. Великая охотница. Точно. Покровительница охоты. Это ее отец? Он ее обучил. Там они и остались. Грустная история. Наверное, раньше смотрелось здорово. Если дракон нападет, нам придется его убить. Да, я буду готов. Посмотрим. Почти готов!
Это все. Сын, сюда. Живое существо в клетке. Снова думаешь сердцем. Ты не слышишь их мысли, а я слышу. А ты не слушай и приготовься. Ладно. Что он думает теперь? Ничего, наверное. Но он был рад умереть в бою, а не сгнить в клетке. Твои навыки стали лучше. Ты хорошо сражался. Спасибо, отец. Наконец-то свежий воздух.
Яблочко от яблони. Только не ешь нас, только не ешь нас. Сын, приготовься. Пожалуйста.